Не выдержало напряжение. Пенсионерка упала в обморок, пока стояла в очереди за проездным билетом. Напомним, с понедельника началась реализация единых социальных проездных на первый месяц нового года. Планируется, что продавать льготные билеты будут до 10 января. Чтобы успеть их приобрести с раннего утра, у киосков и почтовых отделений выстраиваются огромные очереди от 50 человек и выше. Точки продаж саратовцы в буквальном смысле штурмуют. Не обходится и без инцидентов. Так, в одной из очередей пенсионерке стало плохо. На видео видно, как женщина лежит на земле и корчится в судорогах. При этом ни один из жителей, которые оказались очевидцами приступа, не поспешили на помощь пенсионерке. Она забежала шустро так туда и упала. Мы здоровы, я вот с давлением стою. Мы вот стоим 4 часа и не можем получить. Отмечу, этот инцидент не единственный. Накануне в обморок упала продавец льготных проездных. По словам женщины, ее одолели усталость и эмоциональное напряжение. После начала продаж за едиными проездными приходят тысячи покупателей, большая часть которых свое недовольство высказывает сотрудникам пунктов продаж.